Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Ребятки, всем большой привет. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Это третий Хитман, по-прежнему вторая миссия и второй способ ее прохождения без маскировки, не переодеваясь. Будем действовать очень аккуратно, будем действовать скрытно, проползать, проникать, аки Сэм Фишер в Сплинтер Селе. Но сразу хочу сказать, что здесь прям будет по классике наемного убийства происходить наше с вами деяние. Напомню, что убить нам нужно Алексу Карлайл. Это барышня в летах. В первом способе мы заставили ее самовыпилиться. Не то, что заставили, а вынудили. Здесь же будем непосредственно сами принимать участие в ее устранении. Как это все будет выглядеть? Наберитесь терпения, не буду забегать вперед. Для начала необходимо выкрасть документы. Документы по-прежнему находятся у нее в сейфе. Она их никуда не перемещала. И, в принципе, практически таким же способом, как и в первый раз, мы пробираемся, только чуть-чуть правее можно было даже еще пройти и забраться на уступчик. В приседе пробраться надо и взять с собой ломик. Ломик этот вам нужен будет, я покажу для чего. Особенно для тех, кто будет эту миссию проходить первый раз. Надо будет сломать одну лесенку при отходе. И потом уже, когда вы будете переигрывать, она уже почему-то будет, как и в первой миссии, открыта, в общем, да. Не надо будет... Ну, ломом еще можно вырубать, например, быстренько людей. Как и сейчас. Я вам это все продемонстрирую. Для начала только нам необходимо будет сейчас посетить комнату с покойным братцем Захари. Здесь прям можно даже пешочком пройтись. Они, конечно, так немножечко краем глаза на вас внимание обращают, но ничего страшного. Мы же с вами отыгрыш делаем. Не торопясь, времени у нас пока что предостаточно. Главное немножечко попадать в тайминги, когда будет, будут ходить охранники туда-сюда. В места, где мы будем пребывать. Поэтому сильно тоже задерживаться не рекомендую. Вырубаем этого товарища. Он здесь охраняет, собственно, балкон. Я не знаю, поглядывает он в комнату, не поглядывает, но от него избавиться в любом случае необходимо, потому что здесь будет происходить акт ассасинации. И лишние уши, глаза, ну, тем более это охранник, все-таки нам не нужны. Пока что мы сейчас продолжим свой путь через этот же балкон, где мы его устранили охранника. Продолжим путь наверх, на третий этаж. Здесь также можно перепрыгнуть и по уступчику пролезть. На нас никто внимания обращать не будет. Пролезть по уступчику, да, по карнизику. Тут некоторые окна, конечно, иногда ходят, охранники, но в этом окне, например, никого нету. В первом окне, как только заберетесь, может иногда курсировать охранник, так что будьте осторожны. Я проморгал этот момент, прокомментировать вам, но я думаю, вы и догадаетесь, о чем я говорю. Здесь два охранника, это уже этаж за номером 3, где, собственно, ее кабинет. Здесь ходят два охранника, с ними мы делать ничего не будем, наша задача, главное, просто не попасться им на глаза.
I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Сейф этот обладает запертым замком, как бы это ни забавно ни звучало, и циферки распиханы по всей вот этой комнате. Я не буду вам показывать, где они находятся, просто я уже это и так знаю, и ходить каждую цифру осматривать просто так, убедившись, что она там есть, я думаю, это нецелесообразно и не очень будет. Они никак не комментируют, ни Лысый, ни Диана. Охранник здесь находится один внутри этой комнаты, пока здесь никого нету, я вижу, пока она не придет с другим еще охранником. Мы спокойненько ломик этот, который прихватили на первом этаже снаружи, просто его бросаем в голову ему с лестницы и оттаскиваем товарища. Код простой, 1975, это год рождения какого-то, возможно, из ее детей. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Да, не знаю я, к чему эта цифра приурочена. Я просто не совсем глубоко в лор не закапывался. Но так или иначе, документы мы таким образом выкрадываем. И отправляемся в комнату с покойником дожидаться нашу жертву. Поджидать ее даже, я бы так сказал. Ибо она, бабка старая, ходит, причитает, как у нее все плохо, как она все это не смогла. Но сейчас все сами увидите. Вот, и здесь уже можно, в принципе, не торопиться, потому что она прийти должна по предварительным меркам через пару-тройку минут. Давайте сфоткаем просто интереса ради, что скажет нам на это Диана. Как вы можете догадаться, мы с вами не переодеваемся, раз уж ни в кого, и никаких предисловий здесь не было, то и комментировать особо Диана не стремится. Все найденные улики. Вот ей просто интересно. Здесь есть щелочка, за которой можно проследить, в какой момент наша барышня, наша цель появится уже в этой комнате. И заодно послушать, как она... Ну, сейчас увидите, это прикольно. Не знаю, почему я решил... Не то, что почему, а... Как-то наткнулся, в общем, я на этот момент. И он, по сути, оказался нам по пути, что ли, если можно так выразиться. Пока уж мы ее поджидаем, и заняться нам особо нечем, можно поглазеть. Кто-то, может, пройдет мимо, но ничего, правда, особо такого здесь интерактивного происходить не будет. Вот она, собственно, идет со своим телохранителем, да. Она тут курсирует туда-сюда, заходит, то и дело, в свой кабинет, откуда мы документы взяли. Я не знаю, заметила, была ли она уже сейчас там, пока мы пробирались обратно. Но интересно было бы посмотреть на ее реакцию, если бы она увидела этот самый документ, уже забранный нами. Выкраденные с открытым сейфом. Наверняка бы какая-нибудь тревога поднялась. Да, вот я говорю, она ходит, причитает. Это бабуська, это самое... Разговаривает, я так понимаю, со своим покойным братцем, которого она вместе с Закари убили в угоду своей власти. Заходит она вместе с телохранителем в комнату, сейчас усядется и тоже начнет горевать по нему и смотреть на дохленького покойничка своего, на мертвый труп убитого покойника. Охранник же, в свою очередь, отходит в другую часть комнаты, как раз встает спиной к выходу из тайного нашего убежища. Мы спокойненько его оглушаем, берем пистолет и в стиле наемного убийцы, не торопясь, посмотрим ей прямо в лицо. Миссия комплит. Well done, 47. Что ж, вот так вот, друзья мои, в классическом стиле, я повторюсь, убиваем нашу цель, делаем парочку контрольных выстрелов в голову на всякий пожарный, правда, она и от первого выстрела хорошо себя чувствовать уже не смогла бы. И
Вот здесь бы, вот по этой, для этой лестницы вам бы тоже пригодился бы ломик. Наша задача теперь выбраться отсюда, выход совсем рядышком. Здесь курсирует два охранника и также два сотрудника, я так понимаю. Ну, как сотрудник. Ну, в общем, эти садовники, которые здесь, что-то там один из них потерял. И сейчас наша задача аккуратненько все это дело с вами миновать и отправиться к выходу. Они там между собой болтают и бошками мотают туда-сюда. Как только вот один... Да, все, вот он отворачивается. И можно вообще даже уже не парясь, в полный рост. И даже музыка заиграла интригующая. В полный рост мы переходим мостик. И 47-й покидает это местечко. Я должен признаться, что мне этот способ очень зашел. Очень понравился тоже. Повторюсь, в классическом стиле наемного убийцы. Когда вы, кстати, вырубали охранника, иногда может зайти с внешнего периметра еще один услышать почему-то. Это, наверное, какой-то глюк. Так, просто предупреждаю. Учтите, может заставить вас переигрывать. Бесшумный убийца. 9 минут с половиной практически. Вот такой вот, друзья мои, результат. Я на этом с вами хочу попрощаться. Вас впереди традиционно ждет музыкальная нарезочка. А я с вами попрощаюсь. Жмите пальчик, подписывайтесь и увидимся с вами в следующих миссиях. Флиот был у микрофона. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Dumbed. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. She's awake.